У меня впервые такие длинные сборы. Последний раз только с дублем ездил, и то на 2 недели в Сочи. Здесь же целый месяц. Психологически было не просто в каких-то моментах, но Олег Петрович говорил, все переламливать, и переламливаешь, становится легче как-то. Это было гораздо легче переносить, потому что не было какого-то негатива, нытья в команде. Все друг друга поддерживали, главный тренер не давал нам расслабиться. От этого морально было гораздо легче. Мне кажется, я многому научился на этих сборах, набрался опыта, понял для себя, что границы нашего организма непостижимы, что вот как бы ты устаешь, а тебе говорят, что у тебя еще игра. Ты думаешь, как играть, а потом выходишь, играешь, не сбавляешь темп и даже показываешь хороший результат. Я запомнил для себя такую вещь еще, вот Олег Петрович говорил. Если нам тяжело, то нашему сопернику еще тяжелее. Поэтому выходим, бьемся и доказываем. Несмотря на какую-то усталость, я получил огромное удовольствие от этих сборов. Не хочу останавливаться, хочу продолжать, чтобы мы прибавляли всей командой, поддерживали друг друга, играли и показали хороший результат в сезоне. Молодец, Шипа, молодец! Вот сейчас красавцы! Лучшие! Давай так же! Давай, 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 давай! Конечно, нам было всем очень сложно весь этот месяц, но мы все делаем одно дело, мы все в одной лодке, никто не ныл, не жаловался. Мы все с достоинством восприняли то, что нам придется месяц работать, трудиться. И я считаю, что все выдержали, все молодцы. Идем дальше. Заканчивай, заканчивай, быстрее! Для каждого футболиста сборы – это не очень приятная вещь. Вот, особенно первые сборы, потому что тренеры закладывают физику, вот, и поэтому ожидали очень-очень тяжелых нагрузок, ну, тяжелые нагрузки ожидали, вот. Если в общем взять, прошло 2 сбора, вот, и какой-то один день не выделишь, все дни были одинаковыми, вот, и сборы вообще, в принципе, проходили в очень хорошей атмосфере, вот, и прошли довольно-таки очень легко. For you, my friend. Значит, вот этот кадр можно показать на всю страну. Ой-ой-ой! На 2 такта внешне. Ну, я бы отметил, да, игру с Косово, вот. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы проявили характер. Матч начинался для нас тяжело, вот, особенно в начале первого тайма. Вот, мы играли тоже против такой достаточно агрессивной команды. Вот, они тоже ребята с таким серьезным характером, тоже не хотели проигрывать, но как бы мы доказали, что у нас тоже как бы с этим все в порядке. Вот. Впереди остались сборы в Сочи. Вот. Надеемся также качественно, без травм, завершить этот сбор и подготовиться к началу чемпионата.